компания Audi вывела на климатические тесты в Норвегии новое поколение кроссовера Audi Q3 2019 модельного года. Машина построена на новой платформе MQB, что позволило удлинить кузов на 6 см и уменьшить вес машины на 50 кг. С точки зрения внешнего дизайна, несмотря на обильный камуфляж, несложно заметить, что новая Q3 выполнена в новой стилистике компании Audi, которая впервые была опробована на флагманской модели A8. Об этом свидетельствует новая шестиугольная решетка радиатора, узкие фары, заниженная линия капота, динамичный наклон линии крыши и небольшой спойлер над задней дверью. Гамма прилагаемых моторов у новой Q3 будет такой же, как у модели Volkswagen Tiguan, включая 2,5-литровый турбомотор мощностью 400 лошадиных сил. Мировая премьера кроссовера Audi Q3 2019 года состоится в первых числах октября на автошоу в Париже, ну а продажу машины поступит в конце текущего года.